Здравствуйте! Меня зовут Лора, мой канал Лорочка Счет. Тема этого урока – продолжаем кроить заднюю часть юбки с мягкими складами. У меня кусок кожи 60 дециметров. И я просмотрела все это, все ли кожа качественная здесь, кусок качественный, все чистенько, нигде нету дефектов. И я беру выкроечку, те, которые я делала на предыдущем уроке, чертеж выкройки. И я выкладываю лекала юбки трапеции с мягкими складами. Кто не видел этот урок, можете подписаться на мой канал Лорочка Шьет, нажать колокольчики, будут приходить уведомления, и вы сможете увидеть крой и построение чертежа этой юбочки. Дальше, что я делаю? Я вот эту вот мягкую складу, которая у меня должна быть, я буду ее, у меня полностью ткани не хватает этого куска, потому что такой кусок у меня. И я буду делать складу, то есть у меня будет склада вот так вот выкладываться, и здесь я делаю шов, то есть у меня будет невидный шов. И так же само с этой стороны. Вот я загнула. Это где у меня минус-минус. Это плюс. Это будет загибаться. Вот так вот я наметила. Минус-минус. Это загибается. Что я делаю? Я выкладываю так, чтобы у меня хватало здесь по талии. Чтобы у меня было... Здесь у меня хватало. Так. Вот. Внизу, чтобы у меня... Также хватало, это моя передняя часть юбки, которую мы на предыдущем уроке кроили. Так, вот так выкладываю, чтобы у нас здесь была талия и меньше кусков было, выходило. И у меня будет вот здесь вот немножко, вот видите, немножко не достает. Значит, оно будет у меня такими волнами. Это тоже неплохо. Это будет придавать юбке такую неповторимую изюминку. Крой как крой. У крой у всех практически. Как бы этот крой уже издавна. Но так как это будет из кожи, оно будет придавать и неровный низ изюминку, и также и цвет, и кожа, это все будет этой модельке придавать неописуемый результат. Все я выложила, вот чтобы оно было более, сейчас на другую сторону, но на другую сторону так же само. А если я так выложу, вау, так еще лучше. Представляете? Здесь будет вообще красота. Вот, смотрите. А я не видела этого результата. Посмотрите, как хорошо здесь выкладывается. Красота. И здесь большой кусок выходит. Вот что значит покрутить, повертеть. Кожа чем хороша, что можно крутить в разные стороны, в разных направлениях. И вот вам юбочка. Я даже не ожидала, что она так выйдет. То есть у нас низ будет. Можно делать, даже сделать немножко длиннее сзади. Тоже будет вариант, чтобы сэкономить. Если мне хватит вот здесь вот этих всех линий, тогда я немножко даже длиннее сделаю. И будет просто потрясающий крой. Выкладка потрясающая. Я намечаю линию талии, вот так, линию
перегиба складочки. И вот все вот так вот отмечаем. Как хорошо, когда по выкроечке разложили. Я, конечно, даже здесь не буду отмерять. Вот эту вот часть вырисую. Вот она. И все. И здесь то же самое намечу. И здесь, и все. Это просто великолепно. Это просто потрясающе. Все, я вырезаю. Просто потрясающе. Да, надо еще ж наметить эти линии. Я уже так быстренько побежала на этот крой. Люблю кроить. Ух, как я люблю кроить. Вот эти линии соединяю. Это перегиб нашей склады. В общем, просто супер, просто замечательная раскладка лекала на коже. Просто замечательно. Я даже сделаю такие насечечки, чтобы можно было, если где-то вытереться. Я даже чуть-чуть где-то здесь не хватает. Это ничего страшного, потому что оно идет. Здесь будет накладываться кожа на кожу. И я даже не обращаю. Даже выпадов мало. Боже, какая красота. Так, здесь я срезать не буду. Здесь я пускаю, как оно есть. Вот эту вот часть, как оно есть, пускаю. Срезать не буду. Как оно вот ляжет, как оно мне показывает по этой коже, я все делаю, вот продлеваю вот так вот, вот этот вот кусочек. Он будет у меня просто великолепный. Потрясающий кусок, потрясающий крой. Вот здесь вот он все перекладывается. И вот это вот у нас будет складочка. То есть у нас здесь будет шов. Он не виден. У нас юбка будет без швов. Практически швы все будут, соединения спрятаны самым наилучшим образом. Это великолепная выкладка лекала. Я просто довольна этим кроем. Быстро и легко я покроила эту заднюю часть юбки. Все, мои хорошие, до следующего урока. Будем на следующем уроке выкраивать бока. Цельные бока, то есть они идут на полочку и на спинку. Как бы на заднюю часть и на переднюю часть юбки. Так правильно будет. Всем пока-пока. Подписывайтесь на мой канал Лорочка Шьет. Не забывайте нажимать колокольчик. Если понравилось, ставьте мне лайки. Если вам нравятся мои видеоуроки, то подписывайтесь, заходите на мой канал. Будете вместе со мной шить, делать как я и вместе со мной. Заходите на мой канал Лорочка Шьет. Всем пока-пока.